просто забабахаем пельмени, картошки и курицы. И пиво холодное, пожарим. Блять, зачем? Блять, понимаешь, мы должны зрителю объяснить, что ты возвращаешься. Зритель такой тупой, он не поймет, блять, если его снимешь. Ты, блядь, я не буду уходить из леса. Это хуйня. Это, блядь, ты зритель вот так вот берешь. Вот это стена, а вот это снег, а вот это медиум, убирать главного злодея. Чувак, это не даже просто ты идешь в лес, куда ты идешь, бац, и ты уже рядом с домом. Нет, он уже пошел. Вот, вот, блядь, вот, проходит. Можно как он заходит в дом. Вот опять отсюда выходит, ты пошел отсюда, ты можешь вот отсюда, вот, отсюда. Нет, блядь. Серег, ну, правда, заебали у них, хуйня какая-то. Реально, как... Опять одна и та же, блядь, во-первых, локация. Иди нахуй. Мало платишь, мало. Серёг, мы тебя заплатим. Серый, это все из-за холода, я знаю. Ну что, где холод, ты так не сделал. Это последний фильм, в котором я участвую с вами. Все, идите нахер. Еще раз будем теплее снимать. У тебя 4 душа или 2 душа дома? 2. А вот можно так вот показывать, что типа пистолет, а то вдруг зритель забудет. Можно? И вот так вот. Ну типа вообще мне плохо, я в наручниках. Ты знаешь как? Ну, что-то... Вот так вот можно? Нет, что ты надо мной стебешь? Потому что, блядь, я тебе все высказал. Ну Сер, блядь, ты как это, как сейчас попадение оставишь, а? Я могу еще раз. Замки завязывать. Я знаю, что ты можешь, Сер, но мы же снимаем все вместе. Что-то я не знаю прям как это. Ну уже это хрень какая-то, блядь. Потом я буду возвращаться тоже вдоль стенки и вот так вот в окошко залезать обратно. Я вернулся на стол дома, а то друг другой. Все, я так достаточно, зачем? По обратку в окошко. Снимай, хватит заходить. Пусть уже выходит. Хорош, давай, выходи, снимай. И не запари камеру.